Итоги сельскохозяйственного года были подведены на торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Эти люди привычнее чувствуют себя на ферме, в поле, в цехе переработки продукции. Они привыкли рано вставать и поздно ложиться. Но один день в году они собираются все вместе, чтобы отметить завершение сельскохозяйственных работ. Театр оперы и балета был переполнен. Фойе – наглядное подтверждение того, чем весь год занимались сельхозтоваропроизводители. Выставка достижений агропрома с каждым годом становится все обширнее. К крупным предприятиям присоединяется и малый бизнес. Свою продукцию представили фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств. Молочные и мясные продукты, овощи и соки – все выращено на полях республики и переработано в местных цехах. В начале торжественного собрания фильм о буднях наших сельчан. Его, кстати, подготовила наша телерадиокомпания. Участников собрания с праздником поздравил глава республики. Мы с вами встречались на разных территориях, бывали на посевах, смотрели, как виды на урожай – сельскохозяйственных культур. Риск всегда был в сельском хозяйстве, он будет. Только высокотехнологичный труд, только дисциплина и руководителей, и специалистов, и всего трудового коллектива получает хорошие результаты. В докладе заместителя председателя кабинета министров Чувашии, министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, прозвучало много цифр. Максимальные показатели достигнуты по сбору зерна, картофеля, отмечены успехи в молочном скотоводстве. Все это было бы невозможно без технической модернизации, реализации новых инвестпроектов, мер государственной поддержки АПК. В нашей республике господдержка аграрного сектора в 2017 году увеличена на 14% и составляет 2,4 миллиарда рублей. В 2017 году аграрием Минсельхозом одобрены льготные кредиты более чем на 7 миллиардов рублей. Это ежегодно еще 600 миллионов рублей, если, конечно, будут реализованы эти проекты из бюджета на удешевление кредитов. Какой объем господдержки будет в следующем году, напрямую зависит от нас с вами. Каких результатов мы с вами достигнем, такие бюджетные средства будут доведены из Федерации. Отличившимся труженикам села были вручены награды.